Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Sleeping Dogs. Прошлая серия была, знает черт только когда, но да ладно. Че, давайте переоденемся. А то как-то официальный костюм мне не очень к лицу. Тут есть забавные с бонусами, но пожалуй нет. Вот, возьму какой-то такой, да? Костюм детектива. И буду потихоньку вспоминать управление, что тут как делается. Не забываем, что нужно забафаться. По крайней мере, пригодится. Ладно. Вперед. У нас два задания, оба за триады. Встреча с новым боссом и месть миссис Чу. Хорошо. Вроде как приехали. Выключил жучок. Миссис Чу. I was just stopping by to see if there was anything you needed. I know it's no consolation, but I got a look at one of the gunmen from the wedding. Now I will find him, and I'll make him tell me who's responsible. Sai. 你揾到佢，你带佢嚟呢度。 Хорошо. То есть, как мы помним, Винстон был убит на свадьбе вместе со своей невестой. Довольно печально все там сложилось. Рики, it's Way. Shit, Way. How you holding up? I got a lot of loose ends to clean up. I need an outsider for a couple things. You got Johnny Ratface's number? Johnny Ratface? Man, stay away from that lunatic. You give him a job, you're gonna have to steam clean your conscience when he's done. You know what I mean? Yeah, I know all about him. He's my man. I guess you know what you're doing. Ладно, хули, садимся в тачку и давайте его попробуем отследить. Бля! Управление, мать твою! Sleeping Dogs, привет! Давно, блять, уже не играл в тебя. Залипание управления, какая прелесть. Господи, Вэй, прекрати. То есть где-то тут центр. Ну, и где же ты? Hey, is this Johnny? Yeah. A friend sent me to you. Works with a lot of movie stars, know what I mean? So I got a problem. He said you could help me. I'm busy. Wait, please, look, I trade diamonds down in Central. My partner took off with all our stock. Это он. And by the time the cops look into it, he'll be halfway to Shanghai. Got you, fucker. Хорошо. Ладно, давайте до него доберемся. Надеюсь, это будет несложная миссия. Да отвалили, ну. Ебать, кончено, не видят, куда ездят. Потому как управление я подзабыл по полной программе. Возможно, для меня сейчас будет даже сложно драться. Но не думаю. Сейчас все вспомню.
baby, I promise. Are you insane? Think of all the money we'll make. This is our future, you and me. Fuck you, asshole. I'm not taking off my clothes for you or anyone else. Да, шикарно он, конечно, девочку снимает. Красавчик, молодец вообще. Ладно, чё, пойдем познакомимся. Пацаны, а вот и я. Да не, вроде что-то как-то не очень сложно, но типа разлетаются. Ну, вроде как, да, то есть без проблем. В принципе, я и ручками накостыляю им по-быстрому, но... The one that wants to be an actress? Yeah, she's a dumb one. I think we make a little porn. Flippity sunny wall. Так, помолимся. Мы никуда не спешим. Ну чё, пацаны? А вот и я. Не надо. Вот только без этого, ребят. Hey, you! Don't let them get me! Какой кнопкой прицеливаться? А то я что-то жму все подряд, а что-то не, как-то не очень получилось. Ну вот, вроде как понял. То есть вам нормас, ребята, да? Присядь ты, блядь! Еще не труп, да вы посмотрите только на это говно. Этот вроде убит. Этот вроде тоже. Не, ну вроде пока справляемся, я... А кто это стреляет? Но он все еще жив. Выходи, блядь. Ого. Я еще и попал, офигеть. Нормально, такая перестрелочка.
Хорошо, что меня управление пока не подводит. Не, я знаю, не говори гоп, пока, в принципе, перестрелка не закончится, но... Вот, блядь, так это получше. Блять, ненавижу мотыки, это пиздец. Это просто пиздец, ребята. Как я ненавижу байки. Блять! Блять! Садись быстрее, ну! Да быстрее, ну, блядь. Успею, не успею. Да вряд ли я уже успею. Это же байк, блядь. Господи, встречная полоса. Байк. Охуенно. Какого хера? Давай! С первого раза. Look, what are the odds they're gonna even admit they even know you? Fuck you, I'm not gonna tell you nothing! Someone else will ask the questions. Well, fuck him too! Хорошо, что-то звук начал глючить сейчас, подождите-ка. Не, ну я не знаю, вроде как попустило. Но сомневаюсь, что это надолго. Это пиратка, блять, это такое счастье. Это, знаете, просто раз на раз не приходится. Типа, иногда попадает нормальная версия, а иногда попадает... Блять, такое днище, сука. Ну чё, вроде как прибыли. Johnny the Rat Face. Meet Mrs. Chu. Winston's mother. Osama! I don't know what this guy told you! He told me that Winston died, you're here. Fuck! But you told me, who told you to do it? I don't know what you're talking about, you crazy old bitch! Please! Wait, you should go now. You're going. Wait! Don't leave me here! She's fucking crazy! Okay, I'll tell you anything you want to know! Just please, don't! Хорошо. Ой, хорошо. Надеюсь, она хорошо развлечется. Так, ну чё, у нас есть еще одна миссия, в принципе. Встреча с новым боссом.
do something about this, man. Shut the fuck up, Jackie. You gotta think. You gotta think? Shut up, both of you. Winston's gone. Right now, we gotta stick together. We just can't let the 18K get away with this. What makes you so sure it was 18K? We all saw them. They were definitely 18K. Even stupid Jackie knows that. You ever think maybe they were just trying to look like 18K? Look, we've had a few skirmishes with them lately, but nothing major. It doesn't make sense that they would do something this big. So who do you think it was? I don't know, but I'm gonna find out. And who the fuck are you? I'm here for Mr. Lee. I take it you've heard of Big Smile Lee. Mr. Chuck Lee. Boss, Red Bull, just like Winston. Okay, what can we do for Mr. Lee? He has decided that for the time being, you may continue your operations in this area. But the percentage previously paid to Winston will now go to Mr. Lee. That's an interesting proposition. But I have a counteroffer for Mr. Lee. I'd appreciate if you relay this back to him word for word. Can you do that? You tell Mr. Lee that his people stay the fuck out of our territory, and in return, we'll let him live. I don't think he'll find that offer to his liking. I think you'll find that I don't give a fuck. You see our guest out, make sure he doesn't get lost. You'll regret this. I promise you that. Теперь вы тут, босс. Что за нахуй? Откуда идет отстрел? Даже не думайте, блядь. Золотой Дигл там не просто так. Так, подождите, я лучше автомат возьму. Золотой Дигл это, конечно, хорошо, но автомат лучше. Мать твою нахуй! Ну! Какого хуя не сдох? Да я тебе в лицо дал патронов, ты чё охуел там? Это что, мы убегаем сейчас? Да. Какого хрена? Что это, блядь, сейчас было? Я не нажимал ни одной кнопки. Ладно, хорошо. Упустим этот момент. Step on it.
Не парьтесь, ребята, все будет хорошо. Хорошо влетают. Нормально. Вау-вау-вау-вау-вау! Да что это за говно, ребята, реально, я не трогаю даже клавиатуру, блять, какого хера он выпрыгивает? Бля, ладно, пройду этот момент, тогда включусь. Ну я не знаю, в принципе, вроде как справляемся. Но управление тут чудовищное просто. Просто чудовищное. Вау! Таки подбили. Бля, подождите, сейчас я верну раскладку управления. Ну вот, все. Теперь можно и погнаться. Иди сюда, мать твою! Ты, мать твою, от кого убегаешь, тупой ублюдок? Если ты думаешь, что тебе так просто удастся от меня уйти, ты сильно ошибаешься. Ты меня понял? Судя по всему, он не понял. Бля, хуёвый прыжок. Ну да ладно. Ну прыгай, давай, не упускаем его. Бляха, муха. Иди сюда, но... Чё там китаец нервничает, короче? Рано или поздно будет тупик. Ты не можешь бежать вечно. Ах, так. Ты типа подраться со мной сейчас решил, да? Давай подерёмся, чё? Давай, подерёмся, чё ты? Что ты делаешь, блядь? Вау, он мне сломал лицо. Ладно, я тебе тоже сейчас сломаю его. Какого хера ты мутишь, а? Ну! Давай, блядь! Отъехал, петушара!
tell your boss, stay the fuck out of my territory. А, блядь, сука. Мне дали по голове. Блядь, полисы. HKBD, surrender! Just what I need. Да похуй, бежим. Ну, я сажусь. Who the fuck are you guys? Change your tone, Shen. Miss Yang is a red pole. Красный шест. Miss Yang? Broken nose Yang? My apologies, madam Red Pole. So why'd you bring me out here? I have heard a lot about you, Wei Shen. I will get to the point. You must realize that you cannot stand against Big Smile Lee alone. That's what everyone tells me. Roland Ho said I'd need other bosses to support me. Indeed. Nah, I believe in harmony, balance, peace, and I don't mind spilling a little blood to achieve it. With Uncle Po in the hospital, there's much uncertainty in the Sun On Yi. If he recovers, we will both be stable and strong. But if he dies? The 18K presents a very real threat. We cannot afford to appear weak. We will need to elect a new chairman quickly. You, for instance. Ah, Big Smile Lee represents a step backwards for the Sun On Yi. Why continue to force girls into prostitution and pornography when there are other, less archaic, more profitable ways for us to make money? Mm-hmm. I have very different ideas about our future. I want to take the Sun On Yi forward, but it would be unwise even for me to stand against Big Smile Lee unaided. Which brings me to you. Nah, we both appear to have the same problem, Wei Shen. And the opportunity to benefit if we work together. Но это серьезное предложение. I have my own reasons for hating Big Smile Lee's operation. Now, if you stand against him, you can count on me. Good. We will talk soon. 走头了哈, Wei Shen. Хорошо. Такие дела, значит, да? Блин, там херни не хватило до 10 уровня. Как это мудак по имени Нас домогается меня? Джеки? Какого хера, Джеки? Так, о, бабло. 50 тысяч, хорошо. Ладно, дорогие друзья. Джеки и тем парнем, который к нему домогается, мы займемся уже в следующей серии. Довольно приятно вернуться в эту игру, даже со всеми ее, блядь, приколами, то есть залипанием управления, глюками со звуком периодическими. Ну да ладно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, до новых видео и всем пока.